таймер. Всем привет, спасибо большое, что пришли. Я знаю, что тема выбрана такая немножко загадочная, интригующая, поэтому буду продолжать делать точно так же, потому что явка, мне кажется, достаточно хорошая. Сразу хочу сказать, что я являюсь еще студенткой медицинского университета, то есть я не могу там какие-то вопросы ответить из практики, каким-то опытом с вами поделиться, поэтому, пожалуйста, учитывайте это. По сути, моя лекция базируется на том материале, что мы проходим в университете, на том материале, который я смогла дополнительно найти, особенно там о культурных аспектах, когда я буду говорить. Вот, это важно. Также я не являюсь членом никаких там феминистических движений, но также никаких консервативных движений. Поэтому этическо-моральную сторону я постараюсь максимально не затрагивать и больше сосредоточиться на медицине и науке. Перед тем, как я перекладываю на этот слайд, хотела бы, я люблю очень начинать с вопроса. Кто считает, вот какие мнения, что такое девственность? Вот, когда вы слышите об этом, о чем вы думаете? Да. Девственность, ну, сейчас кого-то как-то смягчить. Если женщина, в данном случае особо женская основа, которая не лишилась, не занималась любовью. Хорошо. А почему только женщина? Мужчина можно также сказать, особо ему сколы. Хорошо, а что такое любовь? Хорошо, мы имеем в виду вагинальный секс только? Вообще, любой. Любой. Хорошо. Вот, в принципе, мы вышли к тому определению, что собирательно очертила я. То есть, если так порыться в гугле, очень много разных определений. То есть, мы сегодня говорим о девственности, как о свойстве человека, и я сосредоточусь на женщине, потому что у меня всего лишь 15 минут, который не имел сексуального опыта. Но тут начинается первый и самый, мне кажется, сложный вопрос в том, что наша дефиниция не включает оральный секс, анальный секс, мастурбацию, игрушки, петинг. Мы всегда говорим о вагинальном сексе, о девственной плеве, и мы всегда имеем только, по сути, классическое, да, занятие любовью. И это то, что уже, в принципе, делает как таковую девственность очень спорным понятием, так как во многих культурах, например, о чем я тоже позже скажу, тестируется там наличие или отсутствие девственной плевы, но, в принципе, сексуальный опыт у женщины мог быть... В принципе, вот еще вариантов очень много, да? Вот, что же такое девственная плева? Во-первых, сейчас есть очень много споров, плева ли это. По сути, это, тут нет лазера, соединительно-ткальная такая пленка, которая частично или полностью закрывает вход во влагалище. Почему сейчас идут споры? Так как плева, по сути, это пленка, которая покрывает полностью. Сейчас это считается патологией. То есть вот здесь, да, вот неперфорированная девственная плева. Это считается патологией, которая приводит к атрезии матки, которая у меня влагалище, которое у меня на следующем слайде. Вот. Но в норме девственная плева аннулярная, лунарная, вот есть перфорированная дырочками, вот, или у нее есть септы. То есть, по сути, в норме она имеет отверстие. То есть, можем ли мы называть плевой что-то, что имеет отверстие, большой вопрос. Поэтому сейчас есть определенные движения, которые все-таки продвигают название влагалищный венец. Возможно, немножко более пафосно звучит, чем плева, но, скорее всего, технически это более правильно. Я же буду называть, наверное, ее на протяжении лекции гимен. Это ее латинское название, оно также называется на английском языке. Мне кажется, это какой-то компромисс между венцом и плевой, который я могу себе позволить. Да, сегодня мы сосредоточимся вот в основном на отсутствии девственной плевы или ее сращение. Сращение – это патология. Почему девственная плева должна быть открытой? Опять же, кто как думает, но не медики. Да. Почему должно быть это отверстие небольшое? Почему плева не должно быть? Да, по сути, почему должно быть отверстие, когда девушка начинает менструировать, кровь должна выходить. Кровь, если не входит, она накапливается. Это логично. Сначала она накапливается во влагалище, потом она накапливается в матке. Если что-то накапливается, оно, во-первых, создает растяжение органа, которое приводит к нарушению и этого самого органа, и соседствующих органов, и к воспалению. Поэтому данная патология чаще всего диагностируется уже, когда девушка входит в менструирующий возраст, допустим, лет в 11-14, ее осматривают, видят вот полное сращение девственной плевы, которое выглядит так багрово-синюшно, потому что, по сути, она наполнена внутрикровью. Решается это тоже очень очевидно, делается разрез под локальной анестезией, по сути, выходит эта кровь, и женщина продолжает жить своей жизнью. Единственное, что важно, обязательно накладываются швы по краю, иначе атрезия может быть вторичной, когда
уже как бы первичную, по сути, разрешили, но неправильно провели процедуру, и, по сути, она срослась, и будет, может быть, та же проблема. Далее. В принципе, научных данных о девственности не так много. Почему? Они очень часто субъективные, да, когда спрашивают, когда вы лишились девственности, там, например, лишились ли вы, каким способом. Все равно, большей частью, мы очень зависим от ответа девушки. Но те цифры, которые мне получилось достать, это то, что вот та самая, то самое отсутствие девственной плевы, оно встречается у одной девушки из 10 тысяч, что, в принципе, достаточно часто. Но еще более часто, та самая девственная плева, даже если она была, она теряется девушкой до того, как она подходит к своему первому половому акту. Это может быть, часто все говорят, тампоны. Возможно, но не всегда. Опять же, это очень зависит от того, какая форма была изначально у девушки ее девственной плевы или гимна. Да? Если он, допустим, был практически сплошной с небольшими дырочками, скорее всего, тампон его повредит. Если уже был аннулярный или лунарный, да, возможно, тампон войдет в него спокойно и никак не нарушит эту самую соединительную ткань. Более часто все-таки такой феномен наблюдается у спортсменок, у девочек, которые растягиваются на танцах. Но опять же, как я дальше скажу, это не беда, потому что... Ладно, этот слайд немножко дальше идет. Не беда, потому что девственная слева, плева, в принципе, при травматизации имеет свойство восстанавливаться. Опять же, вопрос к аудитории. Как вы считаете, какой метод определения потери девственности наиболее информативен из этих двух? Второй, почему? Потому что, ну, просто это как длину, просто видно. А тут, ну, она может не потерять просто девственность, если вот не полностью, это кровь. Крови может не быть, кровь может изменить вследствие каких-то повреждений, то есть не обязательно какие-то. Отлично. В принципе, я понимаю логику, по которой вы отвечаете, но по сути, с научной точки зрения, ни то не является наилучшим способом. Так как, опять же, для определения кровь, правильно вы говорите, ее может и не быть. А с точки зрения гинекологии, опять же, нам нужно, во-первых, знать, как изначально выглядела эта плева до полового акта. Во-вторых, как я уже сказала, она имеет свойство восстанавливаться. В-третьих, как было сказано в слайде до этого, она может и не нарушиться во время первого полового акта. Поэтому, по сути, достоверность одинаковая, что того метода. Разрыв гименной кровотечения зависит от многих факторов. Во-первых, от изначальной характеристики этого самого гимена. Эластичность ткани у нас с вами очень разная. И опять же, это генетически в основном обусловленный фактор. Также анатомическое соответствие половых органов тоже достаточно важно. Я не буду слишком углубляться в эту тему, но я думаю, что в принципе все понятно. Дальше уровень полового возбуждения девушки. Когда девушка возбуждена, у нее выделяется... как бы, если очень обобщить, та жидкость определенная, смазывающая, и поэтому первый половой акт, ну и любой последующий, проходит более легко и менее травматично. И также это деликатность самого полового акта. Естественно, при изнасиловании девушки очевидно, что травматизация ее будет более сильной, чем если это был полюбовный акт. Далее, вот то, что я думала, что я сказала немножко раньше, разрывы именно заживают. И заживают у каждого из нас, вне зависимости, это был первый, второй, третий, четвертый, пятый половой акт. По сути, ткань слизистая при любых микроразрывах имеет свойство восстанавливаться. Поэтому само понятие того, что вот есть определенная пленка, она рвется, и все, больше никогда ее не будет, оно ошибочно. Далее. И подходим к тому, что, по сути, вот, на том вопросе, который я вас спрашивала, ответа не было правильно. Самый правильный ответ – это спросить саму девушку, был ли у нее половой акт, и доверять ее ответу. Ну и вывод. Тут я привела картинку World Health Organization. У них целая началась кампания по этому поводу, так как есть много стран, где, по сути, веря в то, что гимен является пленкой, которая исчезает навсегда, не восстанавливается, есть у всех и исчезает у всех, построена целая культура. Да? Многие религии это проповедуют, многие культуры и национальные даже программы проверки девушек на девственность. И сейчас есть очень активное движение и ВОЗ, и ООН для того, чтобы это остановить. Почему же гимен так важен?
Я, честно говоря, возможно, потому что я девушка немножко предвзята в этом вопросе, я перерыла очень много информации, очень много мнений. Есть, конечно, очень много субъективности, что вот я первый, я не хочу чем-то использованным пользоваться, да, вот и девушка это то же самое, и тем, что вот, ну, я хочу вот быть уверена, что она любила только меня, это все субъективизм, да. Два основных таких более-менее понятных для меня причины, это первое, то, что скорее всего, эта девушка не имеет заболеваний передающимся путем, и вот есть определенное, ну окей, это раньше больше существовало убеждение, что если ты первый мужчина, скорее всего, ребенок, рожденный этой женщиной, тоже от тебя. Но здесь есть проблема. Заболевания, которые передаются половым путем, они передаются не только при вагинальном сексе. Поэтому, по сути, наличие девственной плевы никак не гарантирует... Что? Да, то есть, по сути, и при анальном, и при оральном сексе девушка может, и даже просто при петинге, то есть при контакте половых органов, эти инфекции могут передаться. То есть, по сути, гарантии того, что девушка здорова, нет. Второе, здесь как бы я привела картинку из общества телегонии. Мне кажется, нужна отдельная лекция на эту тему, если вкратце, это не научно обоснованный метод, который, по сути, не метод, а мысль, которая считает, что вот если что ребенок женщины будет похож на ее первого партнера. Доказательств нет научных, поэтому, если вкратце, то это все глупости. Но, возможно, где-то есть доля правды в том, что, возможно, девушка уже беременна, когда вы совершаете с ней половой акт, да, или когда она ходит в брак, и тогда, возможно, да, ребенок будет похож не на вас, потому что она уже беременна. Вот. Но это, наверное, такой какой-то очень редкий сценарий, можно докопаться до всего, да, но, по сути, вот это два основных таких атланта, на которых держится вот движение целомудрия, и, по сути, они оба с точки зрения науки не очень корректны. Я тут немножко сделала обзор на те традиции, которые живут сейчас, потому что я сейчас это все рассказываю, и все, наверное, думают, ну, блин, ну, это было раньше, ну, раньше много чего было не так, вот, сейчас-то мы современные люди, мы там читаем, знаем. Армения — это картинка из Инстаграма. Картинка из Инстаграма — фирма, которая создает вот такие вот корзинки с разными яблоками, там, в них там кристаллы Сваровски вставляются и так далее. Называется это все Крамир Хензор, и оно, в принципе, до сих пор живет в Армении. То есть после первой брачной ночи раньше, причем это самое, что интересно, эта традиция, она не древняя, она возникла во время СССР. То есть очень сложно объяснить, почему, но вот она стала преобладать в прошлом столетии. То есть после первой брачной ночи вывешивалась простыня новобрачных, и если там есть следы крови, то семья жениха несла вот такую вот там невесту с красными яблоками, так же это называется, церемония красных яблок, в дом к невесте, в благодарность к родителям за то, что вот они девственную дочь отдали за их сына. Сейчас, в принципе, я даже проконсультировалась с армянами, и они говорят, что, опять же, это очень зависит от семьи, да, и от местности, где живет семья. Но, в принципе, они встречали такую традицию, сейчас не вешается простыня, но просто как бы сын звонит родителям, и родители вот заказывают в Инстаграм такую корзинку, идут к другим родителям. И прямо вот они идут через весь город, и, ну, вся комьюнити знает, что вот та девушка была девственница, и вот поэтому одни родители благодарят других. Другая, тут прям показана процедура, как проводится эта проверка на девственность. В африканских странах в основном она до сих пор существует. То есть мама или просто более опытная женщина, жениха, перед свадьбой проверяет невесту на девственность. Это не считается унизительным, это считается плохим, это просто считается подтверждением того, что она хорошая, достойная невеста. 14-й год. 17-й год. Индонезия. В Индонезии пропагандируется не сколько чистота девушки, сколько вот вообще половые отношения сугубо внутри семьи. И поэтому все девушки, которые поступают в армию, они проверяются наличие девственности, а если поступают в армию парни, то проверяются их невесты. То есть, по сути, практически все население тестируется на том или ином этапе. Итак, государство считает, что оно пропагандирует правильную половую философию. Вот. И поэтому пришли мы к второму выводу, что даже несмотря на то, что на первую часть презентации, на то, что есть вопрос там, к определению того, что такое девственность, есть вопросы к тому, является ли наличие плевы самой девственностью, что есть очень много вариаций. В принципе, научно и даже по-медицински очень часто невозможно подтвердить девственность или нет девственность девушки, все равно это продолжает существовать в наши дни, и много девушек продолжают страдать из-за этого. Что же с этим можно сделать?
данный стереотип порождает очень большую бизнес-сферу, как, в принципе, наверное, и все стереотипы. Здесь речь идет о гименопластике, то есть восстановлении хирургическом девственной плевы. Я взяла скриншот из реального украинского сайта, украинской клиники, в принципе, долго не пришлось искать. То есть мы можем видеть, что там есть даже разные степени, то есть первой степени 12 тысяч, второй степени 20 тысяч. Делать это можно бесконечное количество раз. То есть мы понимаем, что, в принципе, вот вся первая часть лекции была туфтой, потому что эту даже пластинку, ну как бы пластинку, эту пленку можно восстановить, да? То есть все методы проверки и даже поговорить с девушкой, это все не имеет смысла, если, в принципе, можно сделать пластическую операцию и изменить. Но здесь такая картинка какая-то очень стереотипная. Сейчас, мне кажется, более хирурги, наверное, в аудитории меня поправят, наверное, есть более красивые, скажем так, эстетичные методы восстановления. Вот. Но, как я сказала, самое главное, чтобы здесь по краю был наложен шов, иначе оно просто все обратно срастется. Или вот воспалительный процесс. Также еще более интересно, это скриншот с сайта alibaba.com. Вариаций обмана мужчин очень много. Есть капсулы, которые содержат что-то похожее на кровь, которые либо просто прокалываются и кладутся на кровать, либо вставляются во влагалище, и они лопаются во время полового акта, создавая эффект кровотечения. Есть определенные какие-то пленки, которые тоже надеваются девушкой, и даже они гарантируют, что даже гинеколог при осмотре этого не поймет. Я не представляю, как гинеколог может не понять. Но все равно такая практика есть. То есть, в принципе, опять же, мне больше всего нравится, что они продаются оптом по 500 штук. Это очень интересное предложение. Вот. Но, да, то есть, по сути, есть целая индустрия, которой выгодно поддержание этого стереотипа. Что говорят девушки? Я нашла сайт, к сожалению, там не было фотографий, я решила вам липовых девушек не крепить к таким цитатам, да, но, по сути, данный стереотип, он также ломает жизни, и он очень определяет то, в целом половую жизнь девушки. То есть в многих культурах существует то, что девушка начинает половую жизнь, да, с партнером, который ей нравится, она начинает ее там оральным или анальным сексом, потому что она боится, что вдруг мы не поженимся, а я уже буду не девственницей, и по сути меня уже тогда никто замуж не возьмет. Мне кажется, что это есть очень негативный эффект, и данного давления, да, вот Махачкала, например, тоже, в принципе, не так-то далеко от нас. Вот. И есть примеры, когда, допустим, пара хотела бы подождать с половыми отношениями, не заводить их сразу после свадьбы. В принципе, оба партнера за, но семья и традиции давят на них настолько, что им приходится, да, заниматься сексом в эту же ночь, показывать это же белье, что, мне кажется, тоже является очень унизительным. И, опять же, это очень травматизирующий психический момент в жизни девушки. Также читала отзывы о том, что даже при том, что девушки были девственницами, не было крови, приходилось резать пальцы, ну не вены, но пальцы, чтобы как-то вот доказать семье. То есть это моральное давление очень страшно представить на самом деле. Вот. В принципе, у меня спич такой достаточно депрессирующий. Что же делать в этом случае? Что вот делать с этим всем? И выход один – образовывайте себя. Образовывайте себя, образовывайте, говорите с теми, если вы слышите какой-то стереотип, что вот она не девственница, выходит замуж, или вот девочка пошла к гинекологу, он сказал, что она не девственница, она плохая, боритесь с этим. Боритесь с этим на локальном уровне, да, говорите со своими родителями, со своими сестрами, братьями, объясняйте, что по сути это все очень большая стигма, которая рушит жизни, да, как вот тех девушек с предыдущих слайдов. Опять же, я хотела бы остановиться на том, что я этой лекции не хотела сказать, что потеря девственности это круто, да, я не хотела сказать, что вступление в брак, уже потеряв девственность, это круто. Я хотела сказать, что по сути, так как таковой девственности не существует. Это субъективное понятие, которое определяется каждым из нас. Спасибо большое, я готова к ответу. Вопросы.